дорогие друзья, добро пожаловать на новую серию по папку. С вами сегодня, как всегда, кофе, Эдифай и Макс Фреш. Эдифай. Да-да-да, чё, кого, бро? Итак, сегодня у нас будет рубрика «Эксперименты», и сегодня мы с пацанами постараемся остановить этот адский поезд, который двигается без остановки. Вот, посмотрим, получится ли у нас это сделать, и для начала... Вообще, у нас сегодня будет несколько теорий, несколько способов. Первый способ — мы берем машину, вот, и пытаемся заблокировать проход этому поезду. Вот, не знаю, что из этого выйдет, но надеюсь, что получится, на самом деле, но... Вообще, по сути, поезд, он запрограммирован, да, то есть, чтобы постоянно двигаться, да. Поэтому я не думаю, что он на самом деле остановится. Поэтому у нас первый способ — это машина, второй способ — это гранаты, третий способ — это канистра. Вот, попробуем, посмотрим, что из этого получится. Канистра, что? Ну, канистра с бензином, канистра, они остановим, взрываются. Поэтому, канистра, хотя, по сути, остановить. Это то же самое, что и гранаты, поэтому... Поэтому это будет одно и то же. Вот, короче, ладно, сейчас, пацаны, наша основная задача — это найти машину. Вот, я вот уже две тачки на самом деле нашел. Но у нас будет всего три машины на команду. Мы тремя тачками будем блокировать проход. Будем ехать на этот поезд. Поэтому я не знаю, что из этого выйдет. Но надеюсь, реально будет прикольно, если получится остановить. Что, поезд? О, машина, вижу. Так, все, давай, Макс, бери, короче, тачку. И едем тогда за поездом. Так, сельвоплеймы съел, ваша машина подана, карета, так сказать, на месте. Все, разворачиваемся и прямо по шестым путям поехали, прямо за поездом. Чтобы нас, как бы, ну, никто, как бы, и не видел, и не светил, как бы, чтобы мы вот так вот в маскировке. А то мы, Андрей, ребята, делаем это, понимаете, в открытой сессии, как бы, помимо нас еще 50 человек на сервере, поэтому... Андрей, давай к нам, короче, езжай на пути вот так вот. Да-да-да, блин. Я просто, мы когда мимо, а вот мы этих же на пути... к нему едем или что? Не-не-не, мы за ним едем. По идее, я вот, мы сейчас ехали с тобой, Макс, через город, я его слышал. Так, аккуратно только, не разбейтесь здесь, давайте. Вы у нас там профессиональные гонщики, поэтому давайте. Проверим заодно. Повыше некоторого. Да. Ну, я заметил. Ну, да. Андрей, Олег, как ты врезался. Да? Посмотри на Андрея сейчас. Да. Я остановился просто. Ну да, конечно. Да. Ну да. Подожди. Не. Я вот слышу по звукам, что поезд где-то здесь едет. Как ты его слышишь вообще? Ну не знаю, звуки багуются. Здесь конкретно звуки багуются. Ну блин, стоп. Возможно, мы еще слишком рано приехали на этот поезд. Уходи. Ой, прям рядом с нами тут. Еду. Просто едьте вперед. И не оборачивайтесь. Вот, ребят, понимаете, делать челленджи, эксперименты проверять всякие. В открытой сессии на самом деле такое себе. Ладно, давайте. Короче, я врезаюсь лоб в лоб поезда. Так, смотрите, он не-не-не, стой. Он по этим путям едет вперед. То есть мы едем сейчас за ним, по идее. Поехали. Короче, смотрите, есть такой план еще. Вот здесь вот нам. Блин, нет, а там не в зоне он находится. Нам нужно то, что находится в зоне. Поехали, короче, вот сюда. Я метку поставил, нам до туда его добраться надо. Просто вези Андрея вот до сюда. Ты нашел канистру? Нашел уже сюда. Так, ну, тут машина есть, стоит. Давайте. Блядь, это по нам стреляют, пиздец. Да, это не по нам стреляют. Я канистру нашел уже, какая разница. А, ты канистру? Блядь! Ох, ёбаный! Да ты прикалываешься, что ли? Ты прикалываешься, что ли? Макс, ты нафига? Я говорил нахуй. Да вы че ровляете, что ли? Олег. Да, Андрей! Господи! Олег, привет, свои лайфхаки один, блядь, я заебался. Да вы прикалываетесь, что ли, или что? Почему нельзя сделать все нормально? Почему? Ну сейчас. Что это за приколы такие? Ой, господи. Не, ну вы просто. Вот как я это... отдыхаю, ближе. Как это понимать? Почему просто? Он, Олег, сам останавливай. Иди, три машины найди и сам останови поезд. Реально. А, ну да, да. Я один сейчас все поставлю, конечно. Едет парни. Он на подходе. Так, давайте, боевая готовность. Так, ребят, смотрите, вот под наши три автомобиля. Под него вставать, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас, стой. Не вставайте, бля, пацаны. Я заглох, Убирай машину. Уходи. Так, вот. Все, смотрите, он сейчас станет. Он сейчас станет, остановится. Типа баррикадировать, да? Да. Все, давайте встаем. Прямо под начало. Так, сейчас. Вылезать из машины или нет? Да, уши вылезти, я думаю, уши вылезти. Все, давайте, посмотрим, ну... Ой, чисто превьюха, Олег, от первого лица смотрим. Ну тогда. Так, подожди. Я уверен, он не стартанет, стою бы здесь. Ну посмотрим. Блять. На поезд. А прикиньте, что было бы, если бы мы сейчас... Нет! Макс, уходи оттуда.
Прикиньте, что было бы, если бы мы находились внутри машины сейчас, это ж кобыла была просто. Ну да, а мне интересно, тогда вот следующее, если мы на полной скорости врежемся в поезд, то что будет? Сядем в тачку, просто пока не будем пробовать, короче, на машине врезаться просто в поезд, попробуем сейчас с канистрами. Так, вот тут, кстати, возможно, две, да, тут даже две тачки. Просто попробуем взорвать. Так, поехали тогда, короче, попробуем поймать какой-нибудь поезд и попробуем его взорвать. Ой, давайте, давай, вот сейчас вот, короче, сейчас на перекрестке налево, 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 налево. Парни, наша задача просто для шума не стрелять. Обращать внимания на, понимаете, на всю эту войну, которая происходит рядом с нами. У нас есть особая задача, мы должны снести. Давай для шума стрелять, этот красава. Поезд просто... А чё с машиной справа? Как она за... Это чё за гордый козлик? Как машина? О, это выставочная модель. Да, выставочная. Да-да-да. Ты уже об этом подумал. Ну, вообще-то я мог её взять. Это экспонат. Да не, не надо. Просто, короче, вот этот поезд, который по внешнему кругу ходит, да? Он очень долгий, но в плане... Стреляю. Только бы не по колёсам, только бы не по колёсам. Чё за фиг? У меня горит. Горит у вас? Блять. Да. Пересаживайтесь к нам, пересаживайтесь к нам, у нас не горит. Мне осталось один выстрел, и я взорвусь. Слушай, едем, едем, едем! А, у тебя... Макс! Не горит, Олег, да. Так я ко мне сначала Андрей подъехал, я думал... Андрей, у нас один выбыл, двое осталось. До свидания. У нас есть запасной зеленый. Ну, Макс, ну как так вообще? Тебе надо было на ходу из тачки выпрыгивать, чтобы не взорваться. Ай, блин, фигово еще то, что от первого лица вообще ничего не видно, что происходит. А, кстати, стой, стой, стой. Вот бой, справа, 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 это слева. Ну, не эти поезда просто. Кстати, это депо типа такое? А ты куда поехал? Смотри, видишь поезд справа, видишь поезд справа? Короче, что я предлагаю? Давай, поехали к нему. Стой, 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 не-не-не. Мы дождемся его с тобой здесь. Давай посмотрим, что будет, если он на скорости врежется. Я думаю, даже можно чуть дальше поставить. Давай чуть дальше поставим тачки. На скорости собьет. Ну вот, тогда было не на скорости, тогда было... Вот давай вот здесь вот поставим, вот так вот. Тогда как раз таки было не на скорости он их сбивал. А сейчас будет на скорости... Он мою протащит, скорее всего. По нас стреляют. Нет, там никого нету. А кто стрелял? По вам те типы стреляют, те типы стреляют, походу. Блин, это фигово, сейчас план наш может, конечно, обратиться. Так мы все равно не собирались уезжать! Андрей как слепой кролик, не понимает, по сторонам крутит, вертит. Вот, едет поезд, надо хотя бы просто посмотреть на это, что будет. Андрей, кидай в него гранату. Не-не-не-не-не. Нет гранаты. Ну, давай, взрывай, взрывай, давай. Просто мне настолько интересно... Они хотели сорвать их... Ой, я прыгну в поезд от них. Не-не, сейчас... Блин, Андрей! Нифига себе! Нифига там тачка отлетела. А смотри, они слиплись, смотри, две машины в одной. Откуда? Я когда в школу тоже шел, я видел тоже, что там было. Я понял, брат. Короче, я в поезд залезу, пацаны, я его взорву. Моя миссия взорвать этот поезд. Да, я попробую сейчас просто. Ну сейчас. А в кабину не давайте. Как бы я тут валяюсь, алё. Но! Не попал. Попал, я вырубил. Андрей, на тебя пофиг. Подожди, по мне. Андрей, да я тебя уже не смогу поднять. Я под поезд ложусь. Ложись. Я под поезд ложусь. Нет, Андрей! Ты меня спасешь? Да как я тебя спасу? Нет, что? Тогда нет, Олег, прости. Нет, Андрей! Нет! Что? Он меня не убил, я под ним. По текстурами. Чё, блядь? Так, стоп, короче. Баги, приколы. Как я сделаю сейчас? Выкладываю три канистры. Три канистры. Встаю в последнем вагончике. И мне нужно будет просто сделать выстрел. Думаешь, на ходу? Закинь поезд рельсов на ходу. Ну давай, ладно. Тебе в рожу огонь. С первого раза не просто. И с третьего. Не, я же попадаю. Где такую купить? Где такую в Питере купить канистру? А ты сколько раз попасть нужно? 3, 4. Попадаю. Да может, что они все друг в друге? О! Он остановился? Что? А на основке остановился. Все, что? Все взорвалось. Так, и чё? Ясно. Подожди, это чё? Скрипты. Это скрипты. Так, подожди, он не едет. Так он сейчас. Как ты заехал? Да. Так, ребят, там смотрите. Ой, сейчас. Если ты убил его на ходу, я бугарный. Сейчас что-то будет, просто смотрите. Стоп,
100%. Давай, это как Сан-Андреевский миссия, используй, короче, Вагас, этот бандит, а там CJ сейчас будет подъезжать на мотоцикле. Видел бы я, где они едут, я бы, да, повижу. Вот смотри, что делаю. Блин, я же сейчас еду прямиком к всем типам. Да я чисто по России путешествую, реально. То есть вот так, то туда. А я вижу, где они. Ну там мы сдохнем сразу. Просто друг за другом по цепочке ехать и втроем ебаться. Просто бам-бам-бам. Блин. Ой, подкрадывается к тебе, Олег, подкрадывается. Ты не попал, Олег, Жан, давай. Вырубил. Ну ё-моё. Я, кстати, отомстил. Слева, 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 да, слева, да, я да, видел. Да, я видел, сейчас я... Но надо убить, надо убить. Реально. Вот теперь надо сваливать. А теперь ухожу я красиво. Ну там скар прям летает. Блин, ну здесь катки супер долгие на самом деле идут. Не-не-не-не-не. Мне такое ощущение, что по мне со всех сторон лупят. Че, видно их там, нет? Пусть. Да, там возле камня видно. Ага. Блин, я вообще никого не вижу. Зато не тебя вижу. Во. Я за дымок. Ты вырвал? Да. Не, за деревом слева. Вот за этим, да, появился. Убил. Нифига. 202 метра. Да это мало. Ну да. Я Сэмки в 120 метров попадал. Так, Сэмки. Если это 200, значит надо... Беспрецел. Блин, ну здесь не повышается этот, дистанция. Жалко. Только тут по дистанциям умеешь, что? Ну, пейджап. Ну, там было написано, что я сделал килл с расстояния 202 метра. Не, я просто здесь по расстоянию вообще не шарю, что-то ну, как тут, настраивать. Ну, тут типа пейджап можно сделать, и он дальность просто... А куда он... Пошел только тихонечко. А куда он побежал за зону? Ну, Олег, убей его, ну давай. Чё? Я его вырубил! Пать. Легендарный килл. Просто вы понимаете, что я делаю, ребят? Вот это я снайпер. Чисто у нас ролик был построен на том, что мы это, ну, взрываем поезд, да, пытаемся его остановить. В итоге что-то непонятное происходит вообще, ребята. Кстати, я, получается, почти тут спад убил. Там еще один тип. Если на мотоцикле на дыбах на мотике ехать, и типа, можно же реально подлететь. Если бы ты сейчас попал, я бы охерел. Он шел за мной! Он шел все это время за мной! Я так и знал. Я так и знал, что у меня хост. Это последний чел из их сквада. Короче, ребят, какой план? Мы сейчас втроем с пацанами просто на полной скорости врезаемся в поезд. Вот, кстати, он. Блять! Пацаны, вот поезд! Ой! Блять! Давай, держим! Блять! Он улетел! Вы где? А ты где, Макс? Ой, это меня расстреливают. Подожди, а кто стреляет? Они на поезде там, мужики на поезде. Они еще под... Они с поезда, поезд не один приехал. Блин, там чуваки на поезде. И что, все что ли? То есть на скорости... Я думал, будет красивый бабах. Давайте, да, я тоже... Давайте, короче, на другой поезд поедем. Так, Андрей, это ты за мной? Блять. Поехали. Да. Макс! Ты взорвался, что ли? Да. Так, ладно, хорошо, я понял. Тогда меняем план. Вот еще один поезд, Андрей, давай на него. А, блин, он в обратную сторону. Блин, я реально думал, что мы сейчас на скорости влетел. Там сейчас просто взрыв, просто да, что-то невероятное думал. Будет. А мне вообще пофиг, у меня просто хп чуть-чуть писался. А если его потолкать? Молодец, Олег. Потолкал? Потолкал. Олег, нормально потолкал? Беги, уезжай. Садись в его машину и едь. Она горит. Бля, чувак пришел, короче, а ты уже уехал. А, нет. На поезд надо было. Надо было на поезд прыгать. Ну что ж, друзья, вот такая вот серия у нас сегодня получилась по папку. Сделали для вас вот такой вот небольшой эксперимент. Странно, конечно, получилось и непонятно, но поезд, сделаем вывод, поезд не остановить. Он просто тупо заскриптован и едет по своей дороге и не понимает, где нужно останавливаться. Да, то есть это все как GTA. Вот, но я надеюсь, вам серия понравилась. Мы с вами постарались. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Индифай и Фреш. Не забывайте подписываться на все наши каналы. Все полезные ссылочки находятся в описании. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока.